Всем привет, ребятки. Пришел с репетиции. Сегодня была Чесан. Хочу вам кое-что показать. Мне парень с ТикТока. Дима. Дима, точно, да. Запомнил. Дима выслал мне на обзор такие перчатки. Говорит, Самел, ты мерзнешь? Я посмотрел, говорит, возьми, говорит, ты, если не против, покажи. Вот очень классные перчатки. Смотрите, размеры есть разные. XL, 2XL, M-ка, L-ка, просто XL. Обалденные, знаете, сегодня целый день их проходили, я вот в ТикТоке показывал, там, ну, посылочку раскрывал. Очень классные, они сенсорные, смотрите, вот три пальца, сенсор работает. Вот берешь телефон, вот, ребятки, полностью нажимаешь, оно все работает. То есть нажимаешь на видео, все открывается. Кстати, игрушка такая, как у меня, видите, это мне девочка скинула, видите, назад можно. Полностью все работает, сенсорные рукавички, они термо, то есть внутри. Сейчас покажу. Такая штука. Видите, как такое тепленькое что-то. И вот когда их одеваешь, такое ощущение, что тебе становится тепло в руки извне. На молнии вот такой. Вот продает он их по 179 гривен за пару. Если берут от 200 там штук, потому что много берут на ЗСУ, он продает вообще по 130 гривен, по-моему. Если много, большая партия, если брать, он говорит, я продал уже самого около 30 тысяч. Военные очень хорошо берут, сейчас холодно. И не просто военную. Мне сегодня спрашивали, там на руле скользит ли нет. И так руль взял, очень хорошо держится. Классные, не знаю. Они на руке хорошо смотрятся с молнией. Молния тоже сзади. Видите, как ткань есть, что не холодно на руке из-за молнии. Вот они водонепроницаемые, вот эти перчатки. То есть классненькие, не знаю. Мне понравились на руке. Я сегодня в театре там показывал, взял с собой. Так пацанам нашим понравились. Говорят, такие классные, говорит. Ну там, кто смотрел, понравились. Вот разные размеры. Парень сам из Одессы, большая партия пришла, говорит, с задержкой там как-то, ну, через Польшу идет, это из Китая идет через Польшу очень долго. Они продаются у нас такие в розницу по 300, по 350. Он отдает за 179 пара. Если много, то уже будет скидка, там, смотря какое количество. Берут, ну, просто, говорит, и волонтеры берут, и многие из СУ. Алло, да. Вечер. Добрый Это вечер. администратор. Я по поводу записи Татьяны Васильевны. Мы записывали ее на консультацию к имплантологу, помните, да, на понедельник, 15 января. Посмотрел сейчас доктор с нашим ортопедом КТ и приняли решение, нужно увидеть пациента вживую и совместно еще проконсультировать. Поэтому лучше, я смотрю, вы записаны на среду, 15 января, на имплантацию, правильно? Ну, я лично, да? Да, вы. Да. А она, ну, вы приехали раньше с мамой на 15. Давайте, да. Посмотрели, проконсультировали вместе с ортопедом, приняли решение по поводу протезирования, ну и так далее. Потом, как можем маму на такси посадить, а вы садитесь. Я понял. Не, ну то ж врачи пусть принимают решение. Я ж не могу Да, отвечать за я про то, действия. что им надо вживую увидеть Она маму, а диабетик, жену просто чтобы они там. понимали. Все. Что-то? Она просто диабетик, чтобы они понимали, как бы, И последствия да, все. все эти нюансы все знают уже. Просто нужно еще прикус посмотреть вживую, посмотреть и принять Хорошо, решение да, я с ней вместе с приеду на мамой. 15 Хорошо? часов, да? Да, я там отписываю тогда ее с понедельника, а пишу ее на 15, а вы на Хорошо. 15:30. Все, Хорошо, только все, напишите спасибо мне, за если ответ. можно, смс-ку, чтобы мне на 15 на прием в такого-то числа, чтобы я не забыл. Хорошо. Спасибо Да, вам сейчас большое. пропишу. До свидания. Не, я не буду решение никакое принимать. Решение принимают врачи и несут ответственность врачи. Так что, ребятки, ссылочку я оставлю на парня под видео. Вот, прикольные перчатки, их одеваешь, а в них тепло, вот правда. Мне понравились. Ссылочку я оставлю, если кому-то интересно, там, если военным там кому-то взять, мне кажется, сейчас самое время, потому что холодно. Они до минус 15 градусов. Я снежки в них лепил, то есть нормально, абсолютно не холодно, не чувствуется, не мерзнут так. Конечно, если ты там засунешь в воду, будешь стирать, то, конечно, они промокнут. Но так они считаются водонепроницаемые. Это цветочки, кстати, мне Игорь подарил с ТикТока. Это со спектакля, это я принес домой, потому что там у Сайгака уже ложить некуда. Вот, и еще хотел кое-что показать. Мне подарили тоже ребята из ТикТока. Вот такие штаны Валентина. Ой, надо их почистить, бы там кошачья шерсть. Очень классненькие, мне нравится. Качество обалденное, ребята. Игорь говорит, я даже не буду сам тебе говорить, сколько они стоят. И вот такую футболку. МакКвин. Не знаю, кто это такой.
Ну, футболка тоже, смотрите. Made in Italia. Некая херня-мерня. А Валентина говорит, вообще я даже не буду тебе говорить. Made in Italia тоже, видите? Классные штаны такие, веревочки. Качество обалденное. Качество вообще суперское. Ну, мне еще точка, чтобы их почистить. Чтоб... И еще подарили футболку. Вот эта футболка 22 или сколько? 22 тысячи вот эта футболка. И еще подарили такую ГЭСовскую футболку новенькую купили. Но она на меня огромная, ребята. Вот ГЭС. Made in Bangladesh. Вот такая. Весь в брендах. Но она большая на меня. То есть мне надо меньше, не знаю. Если это Элька такая огромная, то мне надо, не знаю, Эску или что. Или Эмку. То есть вот это размер вот мне подошел. Это Игоря размер. Он говорит, это моя футболка. Я, говорит, один раз одевал. И штаны это его. Это они не новые покупали. Ну, они, у него все вещи как новые. Поэтому спасибо, Игорек. Тебе в любом случае сегодня мы с ним встречаемся. Тут Эмочка у него, видите, Эмка. Александра Москвин. В общем, хорошая такая с вышивкой. Спасибо огромное. Так, ну стоматолог, я не знаю, как вы считаете насчет протезирования, что надо еще увидеть вживую пациента, принять решение. Ну, пусть думают, я не знаю, что там принимать решение. Вместе с вами, совместно принять. Ну, со мной мне решение принимать не надо. Решение принимают пусть врачи и несут за это ответственность. Я не буду нести ответственность за ее зубы, за ее здоровье. Не знаю, как она будет ходить с этими имплантами, честно говоря. Там же тоже надо, знаете, аккуратно, чтобы и зажило, чтобы и смотреть за этой, так сказать, гигиеной полости рта, чтобы не пошло загноение, чтобы не пошло отторжение, чтобы не пошел сифилис во рту. Поэтому не знаю. А врачи думают, нет, значит, хай себе ставит съемную челюсть, какую угодно, не знаю. То она, оказывается, опять шатается, там что-то шатается, ну что ты сделаешь, шатается. Сидела кости, жрала, чем она думала, когда врачи говорят, беречь надо. Там оно все так, это самое. Оно же не шаталось у нее изначально. То есть не было же этого, когда ей сделали зубы, этого не было. Оказывается, что стала шататься. Значит, не надо жрать так, чтобы кости грызла, сидела в рот, засовывала по сами гланды эти кости. Вот я, знаете, не люблю, когда цветы вот так наматывают. Ну, в цветочных магазинах, когда вы научитесь уважать своих, так сказать, покупателей и их одарителей. Потому что каждый цветок отдельно замотан, блядь, какой-то скотчем. Это чокнешься расстегивать вот это. Вот щелкнешься. Смотрите, каждая вот это замотана, что-то намотано. Вот что это такое, что это за бред, что они мотают их сюда? Каждую штуку замотаны. Как это разобрать, вот как это? Ну как это? Как это раскрыть, ребят? Это какое надо терпение вот это все разложить? Какие цветы, ребят. Вот так. Вот так. Очень красивые цветы. Вот это видите из-за этих чокнутых людей, которые перевязывают неправильно. Взял, чикнул. Это впало. Сломано, понимаете? Так ужасно. Зачем так делать? Надо добавлять несколько капель доместоса. Цветочки. Вот я это и сделал. Смотрите, окрасят цветы, аж руки покрасились синий цвет, смотрите. Вот так красят цветы, вот они, такой цвет. Чем они их красят, что ж такое, чи краской такой. Это в прошлый раз вот Игорь дарил, такие этот раз. О, жрать дай, приходишь сколько, иди, ты голодный вечно.
Вот такой букетик, спасибо огромное. Это за спектакль, ребята были на Сорочинской ярмарке. Решили мне подарить цветы. Спасибо большое. Так, вот это все собираем отсюда. Видите, краска синяя? Вот вам и цветы тоже красят. Я люблю такие, знаете, желтые большие эти цветы, такие желтыми цветами или там какие-то розовые. Ну, неважно какие, но вообще такие цвета люблю. Нежные. Хватит попрошайничать. Так что я весь в подарках. Одна футболка 18700, другая 22 с чем-то, 23. Капец. Честно говоря, я не знаю, как мне, ну, что мне надо сделать. Уже ничего не делать. Ну, что мне, ну, принимать надо. Остается только принимать. А что делать? Знаете, кто-то любит, а кто-то позволяет себе любить. Я позволяю себе дарить. Ну, а что делать? Артисты, они привыкшие к подаркам. То люди, знаете, может, осуждают, скажут, ой, ты, а ты что им подарил? А я открыточку подписал на Новый год. А что я подарю ребятам, у каких все есть? Я дарю себя. И свою молодость. Так что, ребятка, вот такие вещи. Перчатки, правда, прикольные. Мне нравится, что не мокнут. Разные размеры. Ссылочку на инстаграме оставлю, заказывать в инстаграм. Мы сегодня просто переписывались в тиктоке. Хороший парень Дима с Одессы. Пицца обалденная, ребятки. Настырно. А тут... И тут, ребята... Чего только нема. Душу вытряси, пока не дашь ему жрать. Ой, целый день я так бегаю, бегаю, бегаю. То репетиция, то тикток, то херок, то еще кто звонит, то встретится. Это, кстати, гэсовский пакетик. Мне надо туда положить футболку. Только руки помыть хорошо, чтобы она не покрасилась. Игорь ее поменяет на меньший размер. Ну скажите, классная вот эта, да? Обалденная футболочка. Их тоже надо правильно стирать, чтобы не это самое... Где ничего не это... Не испортить. Это дорогие вещи. Ну жалко, конечно. Мне там парень пишет: Самвел, скиньте вещи за маленькую плату, которая есть. Самвел, вы что, забыли? Я не забыли. Мне надо, у меня времени нету заняться, перебрать. Как я пересмотрю какие-то свои вещи, я обязательно вышлю. Там один парень просит, все. Больше не, сейчас только скажешь, это будет миллион. А мне, и нам, а мы бедные, а мы несчастные. А нам. Вот эти шарики, что я... Показывал в инстаграме. Не потому, что ребята меня бесят, а просто это нереально. Всем ответить и всем что-то дать. Я один. На сотни людей. И дай то, и отдай все. На ЗСУ отдай. Все, что не покажешь. Сами идите, отдайтесь. Я и так отдаю. Больше, чем могу. И больше, чем другие. И никому ничего не говорю, что кому делать. Поэтому не указывайте мне. Чтобы я наказал вам. Что вам делать и куда вам идти. Видите, я все ем, ребята. У меня нет такого, что я чего-то не ем. Я хочу вот конфетку им. Ребята, ну как вам вот штаны? Мне кажется, что очень классно. Это Валентина. Штаны от Валентина. Как вам? Это Игоря штаны у них. Подарил. Может, вы скажете, что так нельзя чужие вещи носить. Ну, мне нравится, не знаю. Но на него они были оверсайз, а на меня они как раз... Мне кажется, что они по мне. Как вам кажется?
Ну, Игорь, конечно, высокий, он 1,82 м. Я 1,72 м. Конечно, оно, ну, мне кажется, может быть длинное. Ну, не знаю, пояс вот здесь. Вы считаете меня легкомысленной? А что зробишь? Я к вам футболочка за 20 тысяч. Не знаю, как мне, ребята, нормально? Чи мне, я говорю, Игорь, меня хоть что одень, я буду как чучело. В любом бренде. Ой, ребята, кожа постарела ужасно. От того, что похудел. Вот от того, что похудел, ребята, посоветуйте. У тебя, я спрашиваю совета, что делать, чтобы вот это место именно, вот это место, чтобы оно растянулось, ну, как-то стянулось. Что мне сделать, чтобы оно, ну так, чтобы на шею, на узел завязать вот там сзади. Вот немножко шея, знаете, как такие сбрыж, ну как сказать, вот. Ну, собирается, чи как вот сказать, я даже не знаю, как сказать. Да, ничего не делать. Если тут еще тело подтянутое, знаете, вот тут еще ничего нету, то там уже ничего не сделаешь. Но поправляться я не хочу. Пусть лучше висит кожа, чем висит жир. Не знаю. Для меня так. Вот такая футболка. Сейчас я одену белую гессовскую, видите. Сегодня я послушал, что говорила Ира. Уже вот сегодня домой пришел. И внимательно послушал то, что говорила Ира. Никаких там она глупостей не сказала на Марину, никаких гадостей не сказала. Она всем зрителям обратилась, что вы лазите по всем каналам. Ну, большая, смотрите, это Элька, ну, это как на меня огромная. Она как на гиганта, она, мне кажется, даже на Колю огромная. Даже если на размер взять меньше, она будет огромная. Смотрите. Просто жесть вообще. Да Игорю сфотографировать. Вот ничего Ира такого плохого не сказала. Ну, сказала, что тоже начали говорить, ой, ты Иру заставил говорить, там что-то придумывать, брехать нам. Нет, Ира сказала, что Самвел попросил, ну, чтоб я снялась. Самвел попросил. Он, говорит, просил меня поддержать на мастер-шефе, я приезжала туда. А потом попросил, говорит, ну, моей правде сняться. Ну, а меня просили редакторы, надо, чтобы семья была, чтобы Ира, ну, чтобы сестра была. Я ее попросил, Ира, снимешь, она говорит, ну хорошо, все. И говорит, а моей правды, Ира, говорит, никто не знает, типа. Да что никто, Ира? Три серии в гараже. Три серии в гараже у меня на канале. Диана, каже, миллион лайков, и мы снимем Ирину правду. Диана, у меня на канале есть в гараже, можешь скопировать и ставить. Ну а что? Так, сейчас я, ребятки, сниму эту фотографию и говорю, отправлю. Чтобы Игорь был в курсе. Сейчас, секундочку. Даже видео, Игорь. Игорь, привет. Смотри, у тебя одел футболку, чтобы ты примерно понимал. Смотри, вот эта Элька. Вот или что? Ну, оно, и мне кажется, что даже если ты возьмешь, поменяешь на размер меньше, она огромная, она как платье. Прям вообще. Мне кажется, что тут на размер, ну не знаю, что они такие. Они как будто не соответствуют. Это не должна быть, ну это не Элька, это черти что, это как 2XL, такой печатный. Штаны твои одел. Показал Игорю живот. Ну, что, мне жалко? Что там делится? Игорь сам молодой, зачем ему дряхлое тело? Ну такая, ну классная футболка. Так что я посмотрел, что Ира говорила, ничего. Она говорит, боже, как можно бегать по всем каналам? Это правда. 150 каналов и вы носитесь. А та то сказала, а тот там сказал. А ты, боже, как можно? Ну посмотрели вы видео, кто вам нравится. Даже если вы смотрите обзорщиков, посмотрели видео обзорщиков и успокойтесь. Что вы лазите? Туда, сюда. 150 этих бабок придуренных каких-то, которые снимают видео о нашей семье. Да, мы сами себя выставили в YouTube, ну что? А неужели у вас три жизни лазить по всем каналам? Я бы никогда свое драгоценное время не тратил бы на посмотрел кого-то, Флориду и Ялту я смотрел. Я не смотрел больше никто, чего о ней снимал. Ничего больше, кто что там о ней где-то снимал. Бред. Вот это мой размер. Вот, кстати, тоже гессовская футболка, на 5000 стоит эта футболка, между прочим.
Это Оля покупала, Тане Таня подарок, спасибо. Так что вот. Вот такие дела, ребята. А перчатки реально классные. Одни Коле оставлю, одни, может быть, кому-то еще подарю. Это парень мне выслал с ТикТока, вообще классненькие ребята. Но говорит, что военные берут, прям покупают, еще берут, и волонтеры. Но говорит, у меня просто огромная партия. Вот если, говорит, не жалко, то ну, как бы сделай обзор. И это без проблем. Тем более сейчас такая, знаете, сейчас такая погода холодная, в руки. Ой, я сегодня прям в театре был у них. Вообще шик. Вот их одеваешь, и внутри, знаете, чувствуется такое, как тепло внутри вот идет. Прям внутри самой перчатки. Вот это. Так что, ребята, за рулем хорошо, на велосипеде ехать сейчас зимой. Прикольно, за рулем прикольно, утром тоже выходишь, такая холодрыга, да, в перчаточках, пока руль нагреется, у меня есть функция подогрева руля, пока нагреется, я буду в этих перчатках. Спасибо огромное, Дима, по-моему, парня зовут, он в ТикТоке мне писал и закреплял. Сегодня, если буду в ТикТоке, Дима, пиши, я еще закреплю, спасибо тебе большое. Вот смотрите, у Димы сторис, вот эти перчатки. Вот, облегающая кисть, да, термоперчатки, теплые, сенсорные, водостойкие, размеры M, L, XL, 2XL. Для заказа пишите в директ. Цена 179 гривен за пару. На количество будет другая цена. Вот он даже сказал, что если, ну, много берут, то значит за 130 даже, по-моему, или сколько-то, или 140 дают за пару. В общем, вот такой аккаунт, сейчас я покажу. Вот. Дима, нижнее подчеркивание, SS 1702. Ого, 136 тысяч подписчиков у Димы. Симпатичный Дима. Хорошенький. Я выбрал фотку. В общем, пишите сюда. Господи. Мне же неудобно. Может, это нельзя было показывать Диме? Да ничего. Тут же у него это самое, ссылочку вот эту я оставлю на этот аккаунт, поэтому подходите, переходите, если надо, заказывать. Все, он Димасик. Вот так. Это вам не ухры-мухры. Понятно? Предприниматель Travel Дима. Дима Дмитрий. Все, ребята, Дима, спасибо огромное. Правда, понравились. Я в театре там показывал ребятам, там Володя, Гусь, еще кто-то. Говорит, ой, такие классные. Говорит, померили тоже. Коленькие. Боже, хай бог. Ой, что це за пози такі? Так, все буде собиратися і на заправку. Ой, штани класні, це Валентина. Боже. Ігор, спасибо. Ну, я навіть не буду тебе говорити саме, скільки вони стоять. Ну, що я зроблю, якщо мене люди, ребята, он, Ігор написав ок. Що я можу зробити, якщо мене люди люблять? Я буду давати, дозволяти себе любити. А що? Мене життя одно. Чи не чи? Вон Томас дивиться, як себе любить. Як він любить. Позволяє себе любити. Бачите, яка хитра. Хитра. А це як бачили, що сьогодні тариф трансляції. Це ви ще не бачили, як він шипить, як він. О, там такі бувають новості, це яка. От це, ребята, видите, от на шиї. Я не знаю, як вам показати, щоб. Ну так, коли ділиш, видите, от. Ну як. Ну от як вам сказати, що це? Ну, вроді воно як нічого, да? Вот, смотрите, вроде как ничего. Я вам приближу даже вам. Я не прячусь. Вот вроде как ничего. Но видите, вот. Ну, вот я не хочу, чтобы вот это как-то собиралось. Может, я приду, ну, может, я преувеличу, может, у людей так еще хуже. Ну, вот моя шея, видите. Вот полосочка уже тут какая-то идет. Видите, вот такие полоски мне не нравятся. Забрызжение. Такого не было. И вообще тело, ну, достаточно молодое. То есть на мой возраст вот тело молодое. То есть у меня нема такого. Видите, если похудеешь, так да что ты там кусаешь меня? А это игры известные. Видите? Постоянно живот показываю. Конечно. Любуюсь собой. Правильно и рассказала. Худею и мотивирую. Пришли, подписались на женщину. Идите. Работайте над собой. Что-то полезное. Действительно, правильно я рассказал. Ирочка, люблю, обожаю, естественно. Она говорит, я не поняла. Сама я в трансляции просто сидел, думаю, ну,
Ничего, не перепуганный звонил, не расстроенный, нет. Просто все писали: Ира, 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 что там Ира отреагировала? Вот видели, как Ира отреагировала? Ире пофиг, что она будет реагировать. Ира знает ценности жизни, и поэтому... Я Ирочку люблю, обожаю. У нас страсть золото. Мы армяне любим золото, поэтому... Ірочка, бачиш, в мене які цепочки. А чого я буду не носити? Хай будуть. Буде як ікона намолена, знаєте, то що Матрона московська висить, ота вся в золоті. Це з лазерною гравіровкою, ось ця штучка. Вона блістить. Це лимонне золото. Мені дуже, кстати, більше лимонне подобається. Мені більше італіанське подобається золото, навіть, ніж наше. Обалденне. Ще треба крестик. У мене є крестик золотий. Я його благословлю, пойду і буду носити. Це мені Олесенька заговорила. Так.